Всем привет! С вами Информ-ТВ. Полгода назад 32-летняя актриса Ольга Зуева улетела рожать за границу. Через некоторое время к ней присоединился и Данила Козловский, который для этого специально взял отпуск. Он хотел активно помогать любимой после появления ребенка на свет. Из-за пандемии коронавируса Ольге и Даниле пришлось остаться за рубежом. Сейчас они проводят время в самоизоляции, сняв уютные апартаменты. Пара делает милые и трогательные фотографии с дочкой, которыми делятся с подписчиками. Личико наследницы они предпочитают скрывать, а вот имя рассекретили. Зуева призналась, что когда слышит его, испытывает невероятные эмоции. Цитата: «Ее зовут Ода Валентина». Именно так написала Оля под снимком с дочерью. Фанатам актрисы понравилось, как назвали девочку. Они начали поздравлять новоиспеченную маму с отличным выбором. «Ода вашей любви» – прекрасное имя. «Такая нежность» – безумно красивое имя. Именно так откликались в комментариях поклонники. Напомним, что Ольга и Данил вместе уже более 5 лет. Познакомились они в США, где долгое время проживала и работала актриса. Встреча состоялась на вечеринке, организованной общими друзьями. А через 4 года они начали жить вместе. Козловский для этого специально приобрел квартиру. Ради актера Оля бросила модельную карьеру и переехала жить в Россию, где начала заниматься режиссурой и продюсированием. К слову, засиживаться дома с дочерью молодые родители не хотят. Как только нормализуется вся ситуация в мире, они быстренько возвратятся к работе. На лето у них огромные творческие планы. А вам нравится это имя? Пишите в комментариях. Если вам нравится эта красивая пара, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!